Так, все, давайте, я, короче, выключаюсь. Сейчас приедет девчонка уже. Мы для вас будем показывать сегодняшнюю сценку. Первая сценка называется «Заебали торгаши». Девушку представляю, ее зовут Саша. Это сестра... Да просто Ахигао, скажи, я не знаю. Это Ахигао, кто из чата, кто сидит в Телеграме, это Ахигао, Саша. Вообще, это девушка, это девушка, сестра девушки, которая была у нас на ИРЛ-приколах, когда Макс был ДПСником на улице, Тёма в багажнике, мы приехали сюда, и Брамчик с ней сфоткался. Это ее родная сестра. Маленькая, двоюродная. Маленькая, которая была по росту, такого небольшого роста. Чё? Первая девушка на тебя. Погнали, где она? Идиот. Как настроение? Хорошо. Почему ты разговариваешь со мной, как будто я на детском утром? Ну, я аниматором работал. Мне, типа, пожестче разговаривать или что? Как тебе больше нравится? Малышка, проходи сюда, сейчас будем тусоваться, блин. Так нормально? Да, точно. Как я с детском утром. Ну, я аниматором просто работал. Ну, я клоун. Тишка. Ну, да. Чё, как? Жизнь? Да хорошо. А, ну что, расскажи что-нибудь интересное. Я тебя развлекать приехала? Фу, я могу тебя развлечь. Давай. А ты не против, если мы телефоны уберем сразу, чтобы они не мешали нашему отношению с тобой, общению? Спасибо. Вот сюда положу. Опля! Знаешь, что это? Да. Кто? Ди Каприо. Волк с Уолл-стрит. Я просто сам, ну типа на бирже там всякие движухи делаю и так далее. А ты чем на жизнь зарабатываешь? Ничем. Ничем? Да, ну там халтурка попадается какая-нибудь, ну 40 месяцев имеем, мне хватает. Ну маловато как-то. Mm-hmm. Для Петербурга-то. Нормально. А с чем связано халтурка? Лучше, чем ничего. Халтурка. О. CS:GO Run исполняется 5 лет. В честь этого мы запускаем самый громкий турнир по CS2 с призовым фондом 5 миллионов рублей. Совсем скоро ты узнаешь, какие про-команды будут бороться за главный приз. Также мы подготовили подарки суммой более 2 миллионов рублей. Успей забрать свой, а желаемые скины ты сможешь получить в Run Pass, выполняя простые задания и участвуя в бесконечных бесплатных розыгрышах. Хватай промокод в закрепленном комментарии и забирай бесплатный скин для хорошего старта. Ждем тебя на CS:GO Run. Да, что попадется. Могу и диплом написать, и с собакой погулять. За деньги гуляешь с собакой? Могу погулять с собакой, да. Это, блядь, миллионеры какие-то, что ли, блядь? Бывает. Им, блядь, настолько нахуй некуда деньги тратить, что они готовы платить за то, чтобы все собаки гуляли? Ну, есть, например, люди, у которых пожилые родители, и им с собаками тяжело гулять. И сколько стоит выгулять, ну, псину, кобеля? По договоренности. Ну, за сколько бы ты выгуляла кобеля? Не знаю, рублей 500. Так это вообще что? Говно вопрос. А хобби у тебя есть? Я задротка. Я стримлю. А, что стримишь? Я же скидывала тебе ссылку. Игры я стримлю. А, ну я что-то не посмотрел, мне впаду стало. Типа КС-ку там? Нет, в КС-ку в Доту я не играю. А что, в Валорант там? Лига Легенд? Нет. Стримлю я обычно всякие... Геншин Импакт. Могу и Геншин Импакт. Угадал, блядь. С первого раза. Почти. У меня там недавно играл, месяц назад, у меня выпал какой-то фиолетовый уебан. Легендарный. Я спросил подругу, мне сказала, это типа крутая штука. Я сказал, ну ты можешь мне что-то тогда, типа там как-то это... Фиолетовый ебан, угу. Ну мне не понравилось, конечно, там что-то все летают, анимешники какие-то, что-то мне вообще вот это все. Типа ты аниму любишь? Да, особо не смотрю. Я ни фильмы, ни сериалы, ничего. Книги нахуй, сериалы нахуй. Я в игры играю. Вот посидеть бы в компик порубиться, вот это дело. Это мой контент. Вот это я понимаю. И что, нормально зарабатываешь на этом? Нет, я на этом вообще почти не зарабатываю. А нахуя делаешь? Для души, пообщаться с народом. В интернете же это не общение, вот живое общение, это я понимаю. Каждому свое. А ты куришь, пьешь что-нибудь?
Ну, я выпиваю, но курю не курю. Там снюсик, насвай. Сигаретку. Uh-uh. Дрипочку. Чего? Ну, дрипку. Электронку. Нет. Кальянчик. Нет. Вчером Белли. Да я тебя Белли назвал. Ну, я так немножко ловелас, короче. Так и чё? Помимо игрушек вообще ничем не занимаешься? Когда как? Что это значит? Ну, это значит, если мне в голову придет вдохновение, то у меня и гитара, и краски под рукой. Гитара? Этого, как его? Цоя можешь сыграть? Нет. А что играешь? Я вообще ничего не умею играть. Так мне просто приходит вдохновение, я такая, о, вот эту песню я хочу сейчас выучить, и все, она забывается на следующий день. Ты за один день учишь песню, потом забываешь? Ну, да. Какой последний раз песню учила? Нервы, по-моему. Что-то из них, это «Кофе мой друг», по-моему. Кофе мой друг, музыка мой драк, и все, что вокруг. Ты уже накатил? Я могу сыграть. Вот это? Да. Неплохая песня. Да. Ну, я самогончика немножко сделал, да. Батя попросил к Новому году, короче, захуярить самогона, но я вот, правда, аппарат сломался. Ну, нормально, 9 литров самогона сделал. Хочешь попробовать? Нет. Вкусно, я тебе базарю. Чего? Чего ты так на меня так влюбленными глазами смотришь? Не надо. Вон самогон это слишком для меня. Самый чистый продукт, натуральный. Нет всякой химии вот этой. Я вот больше коктейльчики, что-нибудь такое. Типа Мартини Фьера? Типа того, да. Но это не коктейль. А ты спортом занимаешься вообще? Раньше занималась, сейчас нет. Каким? Я занималась плаванием, танцами, еще какой-то хуйней, чего только не занималась. У меня просто вот такой ролик есть, короче. Хочешь попробовать? Нет. Это вообще прикол, Саня. Я знаю, для чего. Вот так. Ну, присуху подкачать. Попробуешь? Нет. Да прикольно, я тебе базарю. Тебе понравится. Присядь. Какой ты активный. Да я... Мне нравится просто вообще. С людьми давно не общался, мне надо как-то выплеснуть энергию. А то я тоже сижу дома целыми днями, там в Counter-Strike. Нервы, понимаешь? Флешка! Ай, блядь, вот это все. Такая движуха. А на турничке? Нет. На скейте катаешься? Нет. Может, фехтование? Нет. Скалодрон? Прикольно. Прикольно, да. Я бы, да. Может, боулинг, шары покатать любишь? Ну да, как вариант. Неплохо, неплохой досуг. Че у тебя еще такого-то узнает? Может, все-таки еще нагрет не помогает? Ну, давай. На, пробуй. Уф, это... Не нюхай, не нюхай, наслаждайся просто. Как таким насладиться? Ты хочешь, чтобы у меня сердечко остановилось? Прямо? Да энергетиком запивать самое вкусное. Я знаю. Ты чуть-чуть так пригуби чисто, чтобы понять. Чего? Да. Спасибо. Понравилось? А, да, жесть. Жесть вообще? Штырило нормально? Ой, ё-моё. У меня глотку сожгло. Нихуя себе. Так ты чуть-чуть выпила, нихуя ты, блядь, заглотнула прям. Ты чуть-чуть рюмку не схавала. Ну ты мне шот дал, я. Это рюмка, шот, вот эти ваши, блядь, американские приколы. Ой, ну чё, чем еще занимаешься? Ужас. Карате? Нет. Да ё-моё. Ты будешь все перебирать по очереди? Ну я просто не знаю, как ты знаешь, надо точки соприкосновения найти, чтобы диалог пошел. Кино ты не смотришь. Я, например, вот люблю «Счастливы вместе» сериал. Правда? Мне Гена Буки нравится, он сидит так. Жена достала! Крипта мне нравится еще, вот и инвестиции всякие такие темы. Ну, деньги зарабатывать. Бабки люблю. Кэш, капусту, юань. Что еще рассказать себе? Тоже рисую иногда. Кстати, ты говоришь, что ты рисуешь. Что рисуешь? На что вдохновения хватит. Люблю... Типа квадрат? Да. Ой, ну сегодня я заебалась, нахуй, пора и в доточку. Нет, я люблю перерисовывать людей. Меня перерисуешь? Обязательно, как-нибудь другой раз. Почему не сейчас? У меня нет вдохновения. А вот как у тебя вдохновение приходит? Не знаю, просто... Может, я буду твоей музой? В голову ударит и все. Чё рисуешь? Я тебе только что сказала. Ну, примеры какие-то, что ты последний раз рисовала?
Ну, последний раз персонажа из Genshin рисовала. Гитару свою перекрасила. Типа лаком? Акрил. Дорогие краски, да? Ну, акрил, да, не дешевый. То есть ты как бы безработная, получается? Условно, да. То есть ты типа, ну, как-то не закон... Я предпочитаю фриланс. Налоги не платишь, короче? Не плачу. Опа, так и запишем. А что ты работу не найдешь, Кумаса? Да надо бы. Ну, что-то неохота. Ну правильно, блядь, работай, да. Родной компик дома. Что ты заебываться, сидишь в компик, рубишься, да и похуй вообще на все, да? Бывает, да. Да, мне тоже работать впадло. Что-то хотел спросить, забыл. А на кого ты учился вообще? Оценка недвижимости и геодезия. Отсылка? Оценка. Оценка? Оценка. А какую оценку моя недвижимость поставишь? Ну, твоя недвижимость — это вся вот эта квартира? Да. Ну, в Колпино, не знаю, минимум на 3, наверное, будет. Хотя это сколько у тебя комнат? 2. 2. Может, и 5. Я за рынком сейчас не слежу. Не следишь, да. Я да, риэлтором работала когда-то. Понравилось? Нет. Люди отвратительные. Согласен. Я как-то работал этим продавцом консультантом в МТСе. О! Я чуть не умер. Ужасно, там это ужасно. У меня не раз пришел чувачок и хотел айфон, короче, купить за 15 тысяч, а он стоил 30, по-моему, 35, 7, семерку. Я ему говорю, мы тут нельзя, ну, типа, торговаться, мы не на опрашке. Ну, больше нету, только 15 тысяч. Я говорю, нет, вот у меня старый вот какой-то там Android, давайте вот я его вам отдам, и 15 тысяч сверху. Я говорю, молодой человек, покиньте помещение. Он начал меня кричать, мне пришлось там под столом кнопку нажимать, чтобы там менеджер увидел. Мне было страшно. Больше не хочу работать с людьми. Они меня раздражают. Последняя моя официальная работа — это алкомаркет. Я 3 месяца отработала, меня уволили. Я заебала свое начальство. Ты бухала там? Нет. Пиздила чем-нибудь? Бывало. Чё пиздила? Хеннесси? Алкашку. Мартини Фьера? Джин? Нет, какую-то дорогую акцизную алкашку я не пиздила. Я пиздила пиво, типа такое. Типа ящик пива, чтобы чисто в дотку поебашить там с пивком. Нет, я пиво только в компании. В какой? Обычно с моими друзьями. А я думаю, Газпром. Угар, да? Ну, я еще в юмор. Мне стендап нравится, может, пойду в него как-нибудь выступать. На открытый микрофон. Шутки там, хуютки. У меня есть одна шутка. Ну. Я даже записал. Готов? Давай. Ебаш. 3 медведя варят кашу. Ты снес как, употребляешь? Я ничего не употребляю. Может попробовать. Вам бесплатно первое. Делать попробуйте? Нет. Ну попробуйте одну штучку. Ну ничего страшного. Я, конечно, я могу знала, что Колпино криминальное место. Мужчина, ты? Если вы сейчас не покинете это помещение, я посажу вас на жопу и вызову ментов. Брысь отсюда. Ну сейчас уже, попробуйте, ну, просто. Брысь. Попробуйте, пожалуйста. Да не можешь жечь, это новый вкус, это нормально. Ты же помнишь, я сосед твой с 5-го этажа. Сильно жгет? Угу. Попробуйте 2 сразу за это. Угу. Да не может быть такого. Смотрите, я 2-ю ложу, и ничего не надо. Не хотите купить за 500 рублей всего лишь? Угу. Давайте присядьте, присядьте, давайте вам. Присядьте свой муж. Вам плохо? Что у вас? Это ваш молодой человек или что?
Брысь отсюда, я сказала. А что с ним? Что с ним? Я ментов вызываю. Давай, хорошо. У тебя есть возможность уйти. Хорошо. Ага. Весело. Так. Может, ему реально скорую вызвать какую-то? Ну, меня не задержали просто. Больно. Что? Ага. Что с тобой? Прямо. Да я нормально, сам дойду, пожалуйста. Да оставь меня, это какая-то мудила валяет. Мне это мудила сказала, да, блядь. Сядьте, пожалуйста. Он мне снился. Сюда, сядьте. Что с ним? Не знаю, он что-то взял. Опять ты, придурок. Так он что-то в рот ты взял. Ты опять сюда пришел, в этот дом. Да, он что-то в рот. Что он взял? Он что-то в рот взял и все. Этот, он мне тоже смысл продавал. Тащи его сюда. Я ему ничего не давал. Покажи, что у тебя там. Что у тебя там? Покажи. Дай. Да нет у него ничего. А он мне тоже снюс продавал. Я ничего не продавал. Так, сейчас разберемся во всем. Этого кто знает? Чего вы все такие злые, блядь? Я моя хуй вы такие злые. Глаза слышишь. Я не знаю, я вам ничего не давал. Ты как? Почему? Лучше, блядь. Я не знаю. Молодой человек, говорить можете? Турничок, что с вами? Турничок, блядь. Ты что с ним сделал? Я ему ничего не делал, я не знаю, что с ним. Турничок, блядь. Давай, сажай его на диван. Нарковат, блядь. Сейчас будем оформляться. Нарики выше. Можешь ему голову прижать? Да, мое. Не захлебнулся. На коленках. Это все от твоего снуса, вонючий. Давай, успокойся. Слышь, ты... Он всех накачал своим дрянью. Я ничего не... Нету и документы. Покажи. Его девушка? В душе ничего. А что вы тут делаете тогда? Это вы его чем-то тут накормили? Я, блядь, он продает всем. Вообще это она все, если честно. Это она виновата? Да. Значит, оформлять сейчас будем. Ты и ты. Ой, девушка, вы настоящую полицию видели когда-нибудь? А вы снюс, блядь, зачем? Сейчас по-другому разговаривать. Да вы что? Вы нахуя, что блядь, с кожей? Давайте его откачивать, откачивать, откачивать его надо. Откачивай, быстрее! Откачивай его, откачивай! Откачивай его! Нет, успокойся! Успокойся! Я его откачиваю, помогайте, помогайте! Он его душит! Да вы нормально! Ай, помогите! Так, Эмил, забираем с собой! Игнат! Иначе поделись настоящим моментально познакомиться. Игнат! Игнат! Пойдем! Игнат! Нет, нет, не надо бить! Игнат! Идите в жопу! Игнат, быстрее! Господи, Сына Своего Христа ради, спаси меня, выйди из нее, дух грязный, нечестивый. Кто в ней сидит, не знаю. Все черты на свете самые благословенные. Выйди из нее, ты мой хороший. Ты мой сладкий, самый замечательный ребенок на свете, выйди из нее. 9 месяцев уже носит она своего Сына Божьего, выносила она его хорошеньки, выходи из него, аминь, выходи. Блядь, меня эти, сука, небучие извинючки уже бесит, блядь, сука, заебался. Камера столько нахуячек, блядь. У нее телефон тарантула! Камеру. Здравствуйте, приехала к незнакомому парню домой. Тут происходит какой-то ужас. Вот, мне очень страшно. Вызовите полицию, пожалуйста. Адрес говорит. Все. Пиздец. Квартира. Здрасте! В квартире одни? Он и вы?
Нет, тут много молодых людей. Она девушки. Пришла в мою квартиру, не хочет уходить. Я не понимаю, что ей нужно. Зачем ты звонишь, куда не попала? Можешь уйти, пожалуйста? Она в моей квартире находится. Я не знаю, кто это. Так ты в мою квартиру пришла? Вы пришли к человеку, которого не знаете. Да, все верно. Я говорю, уходи из моей квартиры. Левочки. Можешь уйти, пожалуйста, отсюда? Да, могу. Все, уходи. Ты мне неприятна. Телефон ваш. Все, уходи. Пригласила своих друзей. Вам угрожают или что, вас били? Нет, но они ведут себя неадекватно. Ты в моей квартире, я тут веселюсь с друзьями. Что ты? Четыре парня и девушка. Уходи. Все, покинь мою квартиру. Покинь мою квартиру, пожалуйста. И звони своим друзьям, непонятно кому-то. Уходи, вот я говорю, уходи. Она не хочет уходить из моей квартиры. Обращение отправляем в полицию? Нет, спасибо, девушка. Не надо? Нет, если что, я позвоню еще раз. Хорошо, все, добро. Спасибо большое. Ты зачем своих друзей этих тупорылых позвала? Какие чтобы они меня нахерачили этим снюсом твоим тупым, блин. Я сказал, я не употребляю снюс. Да что снюс, я говорю, я не хочу. Снюс. Туда. Она дерется у вас, ой, она бешеная сука! Тарантула! У нее слишком много камер! Снюс! Тарантула! Вы что устроились, балбес? Чего? Это вас Максим позвал, сосед этот придурок. Он нам дал снюс. Он, а я говорю снюс, он говорит, шпитю нахуй, башка нахуй. Снюс бойс. Не подавляйте снюс, да вы что, ребята? Снюс бойс. С головой. У вас что, нормально все с головой, ребята? Мутило. И... Наркоманка. Пусть уходит, она беременна. Привет. Мне сложно это говорить, но я думаю, что нам лучше расстаться. В последнее время я чувствую, что я теряю себя в наших отношениях. И мне нужно время, чтобы найти себя снова. Надеюсь, ты меня поймешь. И спасибо за все. Желаю тебе счастья.